Администрация Самары в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской» призывает горожан заниматься спортом. Спорт дает новый заряд энергии для более активной жизни. Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Благодаря занятиям спортом появляются силы и положительная энергия на учебу, хобби, работу, встречи с друзьями. Приобщиться к спорту можно бесплатно на одной из четырех площадок города. Тренеры проводят занятия на Первомайском спуске набережной, в парке 50-летия октября, на площади Куйбышева и в парке имени Юрия Гагарина. Администрация Кировского района Самары сообщает, что учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату. Полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефонам, указанным на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки призывает самарцев следить за своим здоровьем. Активное долголетие вполне достижимо. Что для этого нужно? Информацию разместили на специальных карточках. Прежде всего, необходима устойчивая личная мотивация на долгожительство. Необходимо постоянно трудиться так, чтобы это было по силам. Активный отдых также играет роль в профилактике старения. Нужно хорошо высыпаться, получать интеллектуальную нагрузку, избегать стрессов. Важно знать о своих хронических заболеваниях и тщательно контролировать свое состояние. Вовремя принимать назначенные доктором препараты, посещать врача, регулярно проходить диспансеризацию.